игра с человеком, вот с таким рейтингом. Геракл. Геркулес. Тут какая-то страна Грузия или что-то такое. Сперва без анализа пройду все в спешке. Но все не беру, проведу. Потом каждый шаг буду рассматривать. Вообще-то у него, у меня две башни и слон, у него одна башня, слон и два коня. Это как бы лучше фигуры, например, два коня, чем одна башня. Хотя у меня больше спешек. У него 5, у меня 8, поэтому компьютер показывает, что у меня лучше позиция. Если бы убрать спешки, то у него было бы лучше, наверное. И у него король открыт. Вообще тут он конем может тут идти и мне вот башню мою забрать. Теперь у него даже лучше позиция. Вот тут основная ошибка его была. Были у него, где он мог меня выиграть места. Я так и вот. Я вот как компьютер. Тут и вот тут. Теперь что мне компьютер посоветует? А тут очень ответственный шаг. Хорошее начало полуработы. Потом если уже слабые фигуры будут, потом он. Если нигде ничего не прозеваешь, то уже то боковой сильнее фигуры, тот выиграет. Советую экономить все-таки. Иногда конем, иногда слоном, поэтому я тут иногда путаюсь, но тут как бы сильно ничего не решает этот шаг. Дальше он нам советует выгонять слона. Но лучше подумав, советует идти пешкой. На c3. А нет, потом еще лучше подумав, советует выгонять слона. Другой раз, если не забуду, буду иметь в виду, что надо так идти. А вот еще лучше подумает, советует идти с пешкой
D4. Тут мне интересно, чем нужно было бить, или с пешкой, или королевой. Как-то кажется, королевой, чтобы с пешки не сдваивать, поэтому я забил королевой. И, похоже, правильно сделал. Тут что надо было делать, отступить. Я рокировку сделал. Он бьет. Ну тут, конечно, бить надо. Ничего другого не будет. А вот тут конец нет. Я тут и пойду, кажется. Чтоб напасть. На эту пойти потом на башню и на короля. Может, на башню забрать. Рокировку советую делать. Пойти башню. Все-таки королем советую. Он королем не подойдет. Он тут долго думал. У него потом время поджимало в конце, поэтому может глупые шаги начал делать. Советую бить. Тут и сами. Обратно идти. А вот неправильно я вот тут подойду. Вот это все сильно ухудшило. А тут надо будет защитить коня. Я вот тут дошел, и он теперь выиграл. Вот, ну, слона выиграл. Тут он не кушал. Теперь 5-8. Понятно, что посоветовали убить этого. Подожди. Да. И нужно тут пойти, чтобы он вот тут не пошел. И тогда он... Иначе, если тут подойдет, потом нападет на башню и на короля. Я этого не заметил. Потом только заметил.
Ну, почему-то все равно. А, это спешка защищает. Там он тут не может идти. Сделал тут тоже ошибку сделал. Я подумал, опасно этот конь, точно его сбить. Тут эти. Ошибку сделал. Вот компьютер мне говорит, что сделал. Вопросительные знаки. Восклицательный знак. Я тоже ошибку сделал. Не будет с нами. Он как бы никак не замечает, что нам эту спешку. Он опять ошибку сделал. Тут уже ничего бы могло закончиться. Не там бьет, но вот это надо было быть. Я вот что делаю. Я сбил эту спешку, и теперь эта спешка защищает эту две спешки, как бы лучше продвигать теперь, чем одну. Тебе говорит, надо было королем, и тогда он бы бить не мог. Тут бы пойти и не король. Допустим, он тут идет. Тут иду. У него все-таки две фигуры за две башни лучше фигуры. Ничего пришли. Вернемся к игре. Он говорит, что нужно было тут пойти. Это он бьет. Я, наверное. Мне, видимо, легче продвигать фигуру. Тут не пошел, а тут пошел. И ему надо было вот тут идти. Если он тут идет. Ну, примерно ничья. Я тут пошел. Королем полез. Защищать. Он думал, собьет вот это слоном. Я башню собью, он мою башню сбьет. Я тут. И все, ему уже после этого шага не уходил.
Вот да, допустим, если даже тут компьютер светит, я тут. Если он по жадности бьет, то я веду вперед, а он тут может еще. Если я тут, тогда все лучше. Допустим, он по жадности не бьет в пешку. Сложно. В общем, он пошел тут, всю ошибку сделал. Ну ладно, мы можем тут идти. Но я, допустим, тут иду. Вот тут защищает, и тогда ничего остается. Он пошел башню, пошел тут. Может, тут хоть один пойдет. Тут, вот я бы вот тут задумался. Он сбил башню. Мою королеву тут и не могу.